Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, на Спраута вышла вторая пассивочка на персонажа, который навел очень много хайпа в интернете, который считался самым имбовым бравлером в игре. За всю историю бравла такого имбового бойца не добавляли никогда. Не, ну были какие-то сравнения, да, там Розу, допустим, но все равно этот боец переплюнул всех. Его, конечно же, сразу же пофиксили, но тем не менее это очень классный бравлер. Я его сразу же апнул на 1000, он у меня сейчас на высоких кубках, но тем не менее попробуем затестить его вторую пассивку. Напоминаю, первая пассивка — это зернобомбы, которые не попадали в врагов, они взрывались, охватывая большой радиус. Вторая пассивка — это фотосинтез. Спраут активирует щит, частично защищающий его от всех атак, пока он находится в кустах. Я думаю, это больше подходит для ШД. Причина в том, что у меня... Проблема, точнее, в том, что у меня нету этой пассивки в магазине. Поэтому мне придется сейчас немножечко вливать лаве и ее выбивать. Я очень вас прошу, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал, дабы... Ну, я немного потратил денег, и, возможно, она мне выпадет сейчас с вот этих маленьких боксов. Давайте приступим сразу к открытию. Если мне не выпадет с маленьких боксов, то я, конечно же, задоначу. Ну, очень вас прошу, у меня реально бюджет ограничен сегодня в донате. Если я сейчас задоначу и мне не выпадет пассивка, я очень и очень сильно буду расстроен. Ну, мне, я, конечно, буду пытаться ее выбить. Как я выпущу видос, где я не выбью пассивку? Но я очень вас прошу, реально, ради одной пассивки донатить не очень хочется. Она реально появится рано или поздно в магазине. Но я ее хочу вот сейчас вам показать, продемонстрировать именно в тот день, в ту же минуту, когда она вышла. Соответственно, ну, на это приходится тратить финансы. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Лайк, подписка — это для меня больше всего, ребят, значит. Так, ну что ж, пока не видать пассивочки. Пока не видать. Ну давай, давай. Опа, что-то появилось, она появилась, она выпала. Ну блин, ну почему? Почему я не увидел, как она выпала? Давайте посмотрим. Вот она, новая пассивочка на Спрута. Так, берем ее, конечно же. Я много скринов наделал, выбираем. Ох, ребята, играть на Спрауте 900 кубков — это... Еще раз, его вторая пассивка — Спраут активирует щит, который активируется, я так понял, в кустах. Давайте проверим, что за щит, насколько он эффективен и какая пассивка в итоге лучше. Сейчас определимся. Но, безусловно, первая пассивка, которая, ну, с тем раудисом, которая была раньше, это имба. Это имба, и мне кажется, вот этот щит, он не заменит первую пассивку. Ну, давайте проверим. Сейчас мы это проверим. Так. Так. Не знаю, у меня 900 кубков, выиграю я или нет. Но проверю я что-то точно. Ага, ну вот. Вот такой вот спраут теперь. Ну, еще знаете, что хочется проверить? Насколько этот щит эффективен и сколько он наносит урона. Ой, защищает. Ну, вообще прикольно. Вообще прикольно. Опа, да ладно, он что, бегает? А-а-а, смотрите, вы заходите в кусты, и на какое-то время еще он, короче, ну, прикольно. Отойди отсюда, паршивая. Ну, Спраут — это вообще из семейства Розы, да, то есть у него все заточено, гаджеты, пассивки, все заточено на растения. То есть, да, у него гаджет, который, когда он съедает кусты, у него восстанавливаются хитпоинты. Так, отлично, у нас уже есть, есть ульта. Я так и знал, что она так сделает. Ну, нет. Оу. Опа, смотрите, а, я попал в кусты, и меня активировался щит. А, беда, ребят. Беда. Так. Ой. Ну, я даже не знаю, блин, проверить бы, какой урон я получу. Ой, нет, только не робот, и только не на меня. Так. Оу, щит! Оу, щит, что я наделал? Давай, умри. Капец, что я наделал? Вы видели, как я поставил ворота? Господи, я не так хотел. Минус 3. Я немного не так хотел. И мы в итоге не проверили пассивку. Поехали еще в бой. Не, ну мы поняли, да, что пассивка означает. Но мне интересно... надо затестить. Смотрите.
Сейчас мы проверим это на роботах, если не получится в ШД. Сколько наносится урон так, насколько... Там же написано процент или нет? Оу, я хочу вот эти все три банки. Ну нет. Давай. Так, одну банку возьму. Вторую тебе. Так, чё Биби тут так много? Ну, наверное, щит так же, как и у Дэрила, у Биби, наверное, так же точно. Так, я бы ни с кем не тимился. Так. Ой, я бы ни с кем не тимился. Я имею в виду, я бы с Биби не тимился. Вот. А вот с этими пацанами так сразу. Ну, блин. Короче, надо затащить эту катку и проверить щит. Хм. Слушайте, ну вот так вот я себя безопасно чувствую, когда у меня три гаджета, ульта и щит. О, не, не хочу, не хочу, не подходи сюда. Блин, как много Биби, отвечаю. Так, пацаны, можно я к вам? Я к вам, я к вам. Эй, тихо, не надо добивать на мне ульту, плиз. Так, защищаемся. До сих пор 10 бойцов. Но это сложно, это сложно. Так, ну я так понял, сейчас тима на тиму будет. Ух уж эти 900 кубков, ребята. Ух уж эти 900 кубков, отвечаю. Это дичь. Ну вот как играть, скажите, вот как мне нормально сыграть? Ну нет. Тихо. Ульта, ульта, я понял тебя, понял. Надо зайти в кусты, это хоть какой-то мне щит даст. Так, вот, кстати, сейчас бит по мне выстрелил через щит. Посмотрите там на повторе, сколько хп сняли, не знаю. Так. О, я думаю, что надо их закидывать. Ой. Что, мы со всеми затимились? Что за дичь? И как вот играть? Ну, это Фрэнк ультанет, и тогда всем гайки будут. Да ну, вы гоните. А-а-а! Что я наделал? Тихо, не бейте, лучше обоссыть. Боже, такая дичь, я отвечаю, такая дичь, блин, я сливаю кубки. Все. Я научился бомбить тихо. Видите, и вы ничего не слышите, и мне хорошо. Ну, блин, ну такая дичь. Я еще с этим... С этой стенкой неправильно работаю. Короче, мы так и не выяснили, сколько щит поглощает урона. Ну, сейчас. Мы в конце ролика, я думаю, мы просмотрим точные цифры. Сейчас. Я хочу вернуть кубки. Надеюсь, я верну их. Так, две банки есть, хорошо. Так, ну мы тимимся. Со всеми тимимся. Хорошо. Да, я думаю, ПМ, надо убивать, ну, нам же надо выбирать жертву, ну, что мы со всеми тимимся, что мы все такие добрые, мы ну, я травоядный, ладно. Ну, блин, где хищники? Такс, я в куполе, мне не страшно. Вот вам и 900 кубков, пацаны, вот вам и 900 кубков. Шо, пинают тебя, да? Блин, сколько Биби. Ой-ой-ой. Давайте как-то этих Биби будем атаковать. Но у меня есть ульта. Это хорошо, наверное. Это, наверное, хорошо, но... Что мне та ульта? О, я думаю, что надо тебя проатаковать. Ой, какой. Блин, если бы не щит, ее вечный щит... Бум! Добили! Ее, воробушек, мы с тобой с одного теста. Мы с тобой с одного теста. А вот Биби надо убивать. Не, воробушек, иди отсюда. Мы с тобой с разного теста. Так, все, шестое место уже. Это нормально, сейчас все будет. О, там сейчас его робот чпохнет. Нет, нет, только не я. Есть, фух. Ну дайте выжить по-братски, ну по-братски, сдохните кто-то за меня. Да почему я шестым помираю вечно? Ну почему? Такая игра нормальная была, почему?
Боже, 10 кубков слил за сегодня. Проверил пассивку. Классная пассивка. А, жесть, просто жесть. Это просто дауны тимятся, они умеют играть. Не, ну Биби со щитом тут. Справа там фиг убьешь ее. Да крыса, ее надо убивать. Так. Только не закрысь меня. Блин, он... Ну это же мой бокс должен был быть. Ух ты, какой я, какие ворота сделал. Не, ну бит, блин, красава, забрал мою банку. Такой в наглую вообще идет, забирает, ну прям... Ну прям бесит. Так, ладно. Сейчас топ-1 займу и заберу свои кубки обратно, ясно вам? Не, он крыса, бит крыса, ребята, бит крыса. Надо бита, он и меня закрысит. Надо его убивать. Та. Иди отдыхать. Это мой кошмар. Какая классная пассивка, имба просто. Давайте проверим ее на роботах. Испытание. Так. О боже. Так, проверяем. Сколько ты по мне бьешь сейчас? Да иди гуляй. Сколько ты бьешь? А как, чтоб он бил меня? А, вот, наверное, так надо подойти. По 500. Хорошо, если я зайду в кустики. Так, успею я добежать к нему или нет? А как проверить, блин? Как проверить? Ладно. Так, секунду. Я не знаю, насколько он поглощает. Я думаю, процентов на 20. Я ни одну катку не выиграл. Я пока не выиграю одну катку, я не закончу ролик. Жесть. Просто жесть. Прям хизе, что делать. Да-да-да, крутись, крутись больше, а то я не вижу, что мы затимились. Ах, падла. Да иди ж гуляй ты, ну что ты, что я тебе сделал-то, а ну? Я ж ее не ударил. Мы же затимились, она же крутилась как... А ведь у меня было 500 кубков на спрауте. Может пойти с кем-то в дуо? Может пойти с кем-то в дуо? Ну киньте мне кто-то инвайт. Может нахер это соло? Для... Не-не-не, надо, может у кого-то побольше кубков есть. Ну давай, Шокер, попробуем с тобой. Давай ШД ставь и погнали, попробуем дуо скатать. Ты за бита будешь? Серьезно? Может возьмешь кого-то? Попробуем сейчас дуо скатать. Не знаю, ребят, не знаю. Пассивка... Пассивка для ближника, вот эта со щитом, она еще окей. Для метателя... Да ну вряд ли. Ну блин, он же не танк. Ну да, это какой-то урон снижает. Допустим, как на воробушке, да, гаджет. Юзаешь, и он фух, и он поглощает урон. В принципе, круто. Ну, воробушку это хотя бы дает выигрыш какой-то на ближней дистанции. Он там может надамажить сильно. А что сделает Спраут? То есть к Спрауту надо подойти. Ну, на дальняке, в принципе, на дальняке, если по нему будет стрелять, то да. Но мне кажется все равно, что первая пассивка будет лучше. Ну, посмотрим. Боже, еще этот подбор невероятно долгий. Как меня это раздражает. Аллилуйя, подобрались. Боже, я не знаю, он взял бита. Мне кажется, не зайдет.
Так, мы в прямом эфире. Все, нельзя облажаться, Ватсон. Почему Ватсон? Не знаю, случайно. Случайно вырвалась такая фраза. Робот, нет, только не робот. Пошел он нафиг, робот. Алло, робот? Да, пошел ты нафиг, робот. Он за нами идет, классно. Ну ладно, давай тогда робот... А не, нифига мы бьем робота, йоу. Да слушайте, тут в дуо надо играть на спрауте. Мы сейчас все кубки вернем так. Вы представляете, как мы будем фармить роботов четенько? Смотрите, у нас уже 5 банок, вау. Изначально надо было идти в дуо. Да давай, давай, до свидули. Пум. Хорош, хорош. Так. Давай, давай, забирать Тиму, надо забирать Тиму. Ладно, ладно. О, робота снова забрали, да ты шо? Вот это да. Ля, шо творим? Да, в дуо намного проще, слушайте. В соло с Праутом играть, смарт какая-то. Еще робот. Это топ-1, ребят. Топ-1, ну блин, в смысле, посмотрите, у нас сколько банок. Все роботы наши. Причем мы даже без банок быстро робота нафармили, зафармили. У меня ульта, у меня гаджет, у меня щит, у меня все. Просто я бронеспраут. Ну давайте проверим, что он мне сделает. Вот под щитом. 1176. А ну без щита. Без щита, продамажь меня хоть раз. 1000, короче, на 500 урона меньше. Оп. Блин, пассивка уже не та, конечно. Так. Тун-тун-тун. Гаджет. О, замесики люблю. Я замесики люблю. Тихо. Замесики я люблю. Так. Оу. Топ-1. Да, ребята, да. Ду это совсем другая история. Короче, смотрите, по мне Спраут-то носил со щитом 1100 урона. А, ой, без щита. А со щитом... Ой, со щитом 1100, без щита 1600, да, по-моему? Ну, не знаю. По-моему, незначительно. А что, еще одну каточку? Давайте еще одну каточку. Мне понравилось. Я не знаю, до конца по-любому никто смотреть не будет. Поэтому уже пофиг. Поехали. Так. Не, мне понравилось, что мне даже не пришлось донатить на пассивку. Хотя я выводил деньги, чтобы задонить. Но ура, ура, я не задонил. Так. Почему у нас одна банка? Давай робота, 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 робота. Я понял фишку. Нет, нет, робота забрали. Отдайте робота, робот наш. Робот, иди сюда. Давай, давай, давай. Сюда, сюда, влево уводи, влево уходи, что ты стоишь? Лагает, наверное. Да ну, так играть, бред. Он лагает. Эх, жалко. Мы могли бы сейчас банок нафармить. Ну, он залагал. Так. Угу. Да там Биа сейчас такие плюхи будет заряжать. 13 банок у Спраута. Капец, я сдох. Лучше бы мы не шли в следующий бой, если бы я знал, что так все будет. О боже, нас окружили. 4 секунды это прожить. Да куда ты на Биа идешь, когда у него 13 банок? Ты издеваешься, блин, удары 0 банок, он на Биа. До свидания.